Светопропускаемость стекол у машин этих водителей стремится к нулю. Демонстративно нарушая закон, многие любители тонировки объясняют свою привычку желанием укрыться от посторонних глаз и тягой к стилю. При этом они забывают о том, что затемненные стекла препятствуют обзору и являются причиной дорожно-транспортных происшествий. Выйти из сумрака пришлось всем под бдительным надзором дорожных полицейских. На территории Саратова сотрудниками госавтоинспекции проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами, стекла которых не соответствуют требованиям технического регламента. На текущий период 2023 года автоинспекторами в отношении любителей тонировки составлено порядка 8 тысяч административных материалов. Всем нарушителям назначены штрафы в размере 500 рублей каждому. Городская госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения и призывает привести свои машины в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Уважаемые водители, обращаем ваше внимание, что тонированные стекла зачастую становятся основной причиной дорожно-транспортных происшествий такого вида, как наезд на пешехода в темное время суток, а также столкновения при перестроении. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Эллада Абжалимова, Расул Ибрагимов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.